скажите, давай будет. Чтобы не бликовало. Вы так близко не смотрите, а то вся работа будет. Кстати, я побежу, а вы отойдите подальше. Это какой гитарист, с которым мы познакомились? В 72-м году. Не, ну тогда я был моложе. Да, моложе. Тогда я был моложе. Ну это средний, собирательный образ. Вот еще. Так, я работаю. Вы знаете, неудобно говорить о своем портрете. Почему? Вообще. А в принципе хорошо. Да? Серьезно? Хорошо, спасибо. Красиво. Просто так, что у нас все. Нет. Очень хорошо. Мне вот хотелось вас вот Главное, что дома. Вы взяли за это. Это главное. Главное, что вы вложили большой труд. Главное, что вы это сделали с душой. А получился портрет очень хороший. Домашний, да? Хороший. Ну все, у нас теперь спать попробуем. Дарья Азизовне, говорит, очень понравилось. Да. Ну, конечно, меня очень мало кто видит в домашней обстановке. А вот я именно... Вы-то как раз видели больше всех. Знаете, Дарья Алиевич, вот комплимент вашему фотографу, который вот сделал ваш фотографию. У меня было, помните, он тогда много фотографий наших. Вот я рисовал с нескольких сразу, и вы ни одной фотографии вот такой точно не увидите. Меня собирательно получился, я свое что-то дополню. Да. То есть копировать я вообще не могу. Я не знаю, как вам, мне очень. Хороший. Спасибо. Спасибо, Тамара, ты, наверное, вдохновлял. Да, еще как. Еще как. Вдохновление он не смог. Подсказываю, здесь выше, здесь не держи. Да. Спасибо. У меня теперь будет уже работа, живописная, художественная работа. Мужчина Магомаев. Нет, какой-то. А у тебя там написано? Он постеснялся. Я просто. Я вам не написал, потому что вдруг вам не понравится. Что я буду вам? Ну сейчас вам может. Нет, а то, что написал, то, что ты нарисовал, это же ты написал. То, что я вам дарю, это по телевидению все видят. Спасибо.